2. Regroup. 3. Return to formation. 5. Regroup. Фристайм 3 минуты, Юни. Ну, то есть он все равно идет. И один после стройки возле озера бегает. Я его вижу, но я его убивать не буду. Уже можно, да, вот теперь можно. Вообще меня убьют. Первый. Вижу хаммер возле стройки, Взяли меня, бросили. Под огнем, возможно, умру. Они. Сейчас заметку. Метку на хаммер. Я вижу хаммер, они в дереве. Его нужно просто взорвать с трубой. Настройки, снайпер сидит. А может с пулемета по нему пострелять? Ну попробуй, но вряд ли. Я, по-моему, тестил, только с РБ он выносит. Там же модульная вот эта система. Там настройки человек или два сидят. Я сейчас ГП-ши. Нет, у меня ГП. Еще, кстати, есть предположение, что при взрыве хаммера, может, не рубанул. Хороший нос. Это я просто что-то вспомнил. Очень плохо. Настройки пока никого не наблюдают. Ну не знаю, кто-то оттуда по мне нашивает. У них еще есть мины, так что аккуратно, подойди. Вижу одного в маленьком здании при стройке возле этого, возле фактор. Помещение где-то. В маленьком здании это. Меня зажало, двинуться не могу. Подожди, сейчас сменю. Ай, по ногам. Он находит сейчас метку точно поставлю. Поставил метку вверх, но ты наиточнейшая просто, максимум. Блин, по мне теперь опыт. Вижу одного, он в этом здании техническом. Ну я метку поставил, по карте посмотри. В техническом здании одного ранил и убил, не вижу точно, и на весь второй. У меня крыша, короче, вот эта стекляшка, которая многоэтажная. Да, он на крыше. Там, ага, да. Вот он по мне стрелял, значит он. Ну, я его шугнул, попал один раз, там еще второй он был. В углу, он сидит в углу, к выходу ближайшему. Блин, меня кто-то ГП-шит. Может, я перелетом? Не знаю. Мне мешает дом, я не могу. Вот прям по мне прям падает, не знаю. Ты на территории базы, нет? Нет. Кто-то с трубой наш подходит к зоне, пытаюсь его.
А в том же здании, где находится метка ПЕХ, вот где ГБшка разорвалась или что-то типа этого, там пехоте не сбегать. Да, там внутри, типа СРПГ. Я просто давлю в окно, пытаюсь пробить. По кому-то из нашего стреляют у берега. Откуда? Вижу, вот здесь. У берега нашего берега. Перезаряд. Ну, вроде под забором этот парень. Он выбежал. Так, по дороге, вдоль дороги наш бежит? Да, я его... Понял. Постановка. Где этот ГПшник, который по мне работает? Где-то в зоне посередине, может. Кто сейчас стреляет? Я стреляю. А, то есть на берегу все-таки враг. По-моему, наш был. Так, внимание, подхожу к этому зданию, выкидываешь ГПшник, сидит. Вот кто стреляет сейчас попадает? Я, Рексар, свой. Давай, я подхожу. По метке атаковать, метке пек, там человек сидит, я его пытаюсь подавить, или просто не нашугать. Вижу, бежит, кто это ходит по... Ой, вот куда ты смотришь, там должен быть, либо в этом здании. Все, меня поделили. Блин, я весь ранен, меня уже из АКПШ и обстреляли, пытались с фланга обойти. У меня чувствую, бинтов не хватит. Ничего, я думаю, кто-нибудь поможет, поделит. У меня есть бинты, поставишь на себя метку, прибегу. Так, РПГ своя сейчас сразу снимаю. Территории стройки Хаммера не видно. А он в дереве где-то стоит, недалеко от стройки. По крайней мере стоит. Паша жив? Живой, привязываюсь. ГПшит враг? Он со стройки вроде. Примерно метку дома. Блин, не могу объяснить, что здание оранжевое. Входа по бокам. Кабинка есть. Ну скажи, я побегу через кто-то. Так, все, у меня торс и голову ничем здесь. Ну ты учти, меня здесь обстреливают, я под огнем, здесь где-то бегает масло. У тебя дымы поэтому... есть. А что мне дальше делать? Тут я не убегу никуда. Короче, рядом со мной где-то в кустах какой-то сидит, то ли в пруду, я не могу его достичь. Поэтому несусь. Я под мостом не вижу ха. Вижу тебя. Где Хаммер-то, Хаммер? Я говорю, где-то погоди дерево и в него засунь это, по крайней мере, было минут 20. Где-то посередине дороги, недалеко. Убил ГПШ. Да, красава. Да, смотрите, они, короче, на этих еще железных хуйнях, которые как бы трубы туда залазят. Труп, попробуй к тебе мосту подойти. Под мостом вроде никого нет, на мосту. Я смотрю, там нет вообще никого в этом пруду. Там чисто. Ба, я бегу по полю, по мне никто не стреляет пока. А, вижу, это свой кин. Хаммер, найди. Какой-то человек через дорогу пробежал, вот с дороги кто бегает? Это твой, нет, свой. Есть кто-то рядом с прудом? Я хочу попробовать его стрелять, может там кто-то своих правда. Так, внимание, пацаны, подбегает, может быть возле... Свой.
Возле поездов свой. Можно прийти. Смотрите. Они там часто любят сидеть. Так, один должен быть на стройке, он готов. Наблюдаю машину. Сейчас метку поставлю точно. На стройке, говоришь, кто-то есть? Ну, ГПшил кто-то вроде. Я могу попробовать подавить строй. Да я захожу. Да, вижу тебя, да. Я очень далеко, но вижу. С мощностью. Неизвестно, может труп убили, тоже? Да, живой, я упал. Может двигаться? Ну да, согласен, давайте. Да я упал. Давайте двигаться. Жив он, жив. Кто был на поезде? Просто ради этого. Они мост заминировали. Давайте сделаем звик. Да живой. Ладно, хорошо. Кого стрелять? Так, Жакири? О, все, я знаю, где вы. Искал бинтик, нашел смерть. Да, Паша ГПХами закидал, ему вообще пофигу. Паша их ловил. Я Пашу, У меня все. Я в Пашу 3 или 4 раза этим деревом сломал. Я уже не знал, чем вязаться. Уже этим подорожником уже подорожник. Я думаю, ну все, Пашу, ну я думаю... Балками дырки затыкают. Я смотрю, жмышара, там кровь, смотрю за деревом. Ну думаю, жмышара отвалился, бегу, чтобы его полутать. Подбегаю, только начинаю перебегать, так он еще по мне стреляет. Ну что, хаммер-то спрятали, нормально. Дал, да, Паша, где хаммер спрятал. Завалил. Ну реально не видно даже. В крону поставил. А где? А вот он, да, он с первым носом был перед стройкой, видишь? Там кусты такие, вот в кустах эти хаммер стоит. Это вот не под кусты, левым это деревом. Дерево, там, дерево. Возле дерево за этого моста. Тру вон и посередине, короче, между двух мостов там есть деревья. Алло. Где хаммер стоит? Паша на А2 там свои эти читы админские юзы. Вот тут, видимо, он подкручивает себе ХП. Синий подкручивают, у каждого оптика у нас. Да в смысле? Да, да вон Паша себе не у них реально оптика. Паша не только, ну, себе подкручивал, он еще и всем синим остальным подкрутил. Вон то на 3 раза с СВД попали, он только без сознанки упал. Это вообще Жакири там вообще, я не знаю, как он. По Жакири хаммер увидел. Все, минус хаммер чекай. Минус хаммер. Изушку включи, пусть будет, чтобы стрелять по ним. Сейчас не... А, у него карандаш только остался. Нет, у него ПГХ есть. Че ему Рексар ляп? А, у меня. Фига себе за ныхнуть. Ой, в Деймоса нифига там. Проиграли. А чего это проиграли? Ну потому что один человек остался. Правда. Это было сильно. Даже Кирь там это слава. Ну для остатка даже. Шок.